Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Союз», Москва. 69-ю годовщину Великой Победы в Москве празднуют с большим размахом. Главными площадками, на которых собираются ветераны, где проходят праздничные и спортивные мероприятия, стали пешеходные зоны в центре Москвы, сквер возле Большого театра, Поклонная гора и, конечно же, парки культуры и отдыха. Вот сейчас как раз мы находимся рядом с входом в парк культуры и отдыха имени Горького. Здесь также, как вы видите, за моей спиной собираются ветераны, собираются ребята из военно-патриотических клубов. И сегодня вот рядом со мной ветеран Великой Отечественной войны. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Демидов Вячеслав Валентинович. Расскажите, где вы воевали и когда вы начали войну? Войну я начал с 1 июля 41 года. Но еще не будучи в армии, был мобилизован, комсомольский был набор на оборону дальних поступов к Москве. Я участник обороны Москвы, боев обороны Москвы, участник боев на Курской дуге, участник боев в операции «Багратион». Это стратегическая наступательная операция по освобождению Белоруссии от немецких захватчиков. Я участвовал в боях по освобождению города Варшавы, это в Польше, города Гданьска и Штетина. Это все, Гданьск это тоже Польша, Штетин сейчас тоже Польша. Ну, а потом демобилизовался, закончил институт. Я ветеран атомной промышленности. Скажите, пожалуйста, вот в праздник Победы вы всегда встречаются, пытаетесь со своими однополчанами, и есть ли они? Однополчан осталось нас двое. Я и еще одна женщина, Гришуткина Надежда Александровна. Правда, мы в разных полках были. Я в 1201-м в Гданьском ордена Суворова Александра Невского полку служил. Она в 1203-м. Я уже не помню их полные эти. Но мы все служили в 354-й Калинковической. Орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова Второй степени, дивизии. Вот, пожалуй, все данные. Ну, вы знаете, вот да, такие слова есть даже в песне «Победа», «Победа», «День Победы» – это праздник со слезами на глазах. Как вы встречаете обычно День Победы? С каким настроением? Обычно мы встречаем. Мы 6-го были в подшефной школе. У нас в Зеленограде 617-я подшефная школа имени генерала Алексеева. Мы там обязательно встречаем День Победы. День наступления под Москвой, дивизия начала боевой путь именно с Зеленограда. Тогда он был не Зеленоград, а деревня Матушкина. Вот, начали оттуда, ну и дошли до Штральзунда. И потом форсировали там пролив. Освобождали остров Рюген. Вот у вас очень много медалей, орденов. Скажите, для вас, какая из них является, может быть, самой значимой, самой ценной? Ну, самое во-первых, ценное вот что. То есть те медали, которые не устанавливал при советском власти. У меня есть медаль польская, это за Прибалтику, боевая медаль. Теперь есть у меня медаль за оборону Москвы, медаль за победу над Германией, за освобождение Варшавы. Это наши медали. Я вас от всей души поздравляю с этим Днем Победы. Желаю вам здоровья, бодрости духа, чтобы вы всегда оставались молодой душой и счастья вам в жизни. Душа, может быть, и молодая, но возраст уже приличный. Еще раз вас с праздником. Спасибо.
До свидания. До свидания.